2017 год – год петуха. Огненный петух любит красный, рубиновый, малиновый и алый. Поэтому именно в этих цветах одежды и следует встречать год огненного петуха. И не бойтесь красного цвета в интерьере, ведь красный – цвет любви. Новогоднюю ночь исполняются самые сокровенные желания. Мечтайте ярко и смело. Тогда в новом году с вами случится что-то необычайно захватывающее и счастливое. Сказочной вам ночи, волшебного праздника. С Новым годом! Новый год – время чудес. Пусть настанет момент чего-то яркого и незабываемого. С Новым годом!